Максим Максимов, приветствую вас в Кишиневе. Я так рад, что у нас с вами была встреча, и посылаю вам специальное обращение. Я хочу сказать мир вам и благодать до множества. Очень рад, что вы посетили богослужение, которое было у нас здесь вместе. И сегодня я хочу всем вам сказать, ищите Господа. Вы пришли, может быть, первый раз в церковь, может быть, не первый раз в церковь. Но церковь – это общение, где верующие собираются вместе. Очень важно найти контакт, отношения, дружбу, молитву. Если у вас есть какие-то нужды, просьбы, ожидания от Господа, скажите верующим, скажите пастору, и мы с удовольствием будем молиться. Всем вам хочу сказать приветствие, добро пожаловать домой. Божий дом – это общение верующих. Пусть Бог благословит. Я попрошу вас, теперь каждый день изучайте Писание. Вам нужна Библия. Если у вас нет Библии, найдите Библию, попросите у пастора. Каждому человеку нужна Библия. Читайте Библию каждый день. Разговаривайте с Богом. Это молитва. Поговорите с Богом не заученными словами, простыми словами. Ищите, прибегайте к крови Иисуса Христа, и Господь благословит вас. Ценю, люблю, дорожу каждому из вас. Благословляю. С вами сегодня был Максим Максимов. Пусть Бог благословит. Если у вас есть возможность, зайдите в интернет, наберите «Дом веры», и я там появлюсь, и мы будем вместе в общении. Держитесь за Господа. Иисус есть Господь. Благословляю вас именем Иисуса Христа.